Да. Довольно. Жилетки давай, пока они здесь. Ладно, пусть она сейчас жилетку один, ничего. Пусть наслаждается. Дайте человеку удовольствие получить от полученных кроссовок. Радости в жизни. Да нормально, чего вы, ну пусть радуется, слушайте. Это ж хорошо, когда человек радуется и выражает свои эмоции. А че сидеть, как этот истукан? Сейчас ты ребенка. Ну, да. Ей сейчас испортили. Класс, класс. Вот жилеточку. Мери на все, да. Да нет, но ни одного размера. Не, они разные. А она Ксения Михайловна выдает там по размеру. Но они на самом деле унисекс, там мальчикам тоже можно, в принципе, дать. Ксения, ты мальчикам можешь тоже дать, потому что они, в принципе, они универсальны, они там, ну, застежка у них такая, что там. Они подходят тем и тем. В принципе, это же джинсовая, в принципе, как куртка, как это. Там выточек нету. Ну, они из машины с мороза там. У нас еще Анжелика кроссовки. А Анжела это какой? Анжела в школе. У нас Анжелика. Девочек подойдет. 8-9, да, Анжелика. Какая у нее? Еще вот эту я подойду. Класс. Здорово. Давайте померяем. Анжела 39-й, по-моему, 40-й. 39-й? Значит, 2-39-й, по 37-й. Еще 39-й надо. Здрасте. В общем, девочек порадовали больше, чем мальчиков. Мальчики, по-моему, два, да, валили, даже мерить не стали. Ну, ничего. Ничего не осталось, парень.